погружным блендером мы перемололи все. Теперь пленкой затягиваем в холодильник на 15 часов. Как, Луи? Нормально, Луи. Сидит, поезд ждет. На поезде сейчас поедешь? Где поезд? Луис, где поезд? Где Туту? Там. Сидим, ждем поезд. Решили в Базель съездить, прогуляться. Погода вроде хорошая. Там дождика не обещают. Сейчас съездим. Так непривычно без масок, на самом деле. Особенно в транспорте. Чувствуешь, как ты что-то нарушаешь. Думаю, сейчас придет проверка. Все штрафы паяют. Ну и люди все равно ездят, конечно, в масках. Вот. Да, булочка? Да. Отводи! Отводи. Кстати, у меня тут прибавились подписчики. У меня созрел вопрос. Напишите, может быть, что-то вам интересно узнать про Швейцарию. Какие-то правила, о чем рассказать. Станция. С Луиджо сегодня день шопинга, да, Луиджо? Моя умничка. Да? Что, ребят, съездили в свой Базель, погуляли немножко. Почти не снимала. Мы так чисто по магазинам. Вот сейчас прикреплю фото, насколько отличаются цены в Германии. Ну, с продуктами еще более-менее сейчас выровнялось. При том, что сейчас курс 1:1 евро, франк. Сегодня муж смотрел. А цены вот в депо, да, по декору. Подушки, смотри, киска. А подушки, например, в Германии 9,90, в Швейцарии 19,90. А, ну, какие-то одни и те же позиции в 2 раза. Да, солнышко? Да, там я стульчик смотрела в тот раз. Он стоил 20 франков, 20 евро на немецкой стороне. Здесь он почти 40 евро, 40 франков. Короче, вообще. При том, что, конечно, здесь выбор больше. Город больше, магазин больше. Но закрыли Zara Home. Ой, извиняюсь, сумка сползла. Закрыли Zara Home. H&M Kids нету, по крайней мере, я не нашла. Еще раз убедилась в том, что я не люблю Burger King. Мне нравится там вкус, ну, вкусно там поароматнее, да, и картошечка, чем в Макдаке. Но обслуживание пипец, пипец. С ребенком дико неудобно, потому что ждать, еще они там как-то все это неорганизовано, без перчаток. В общем, видимо, был мой последний приход в Бургер Кинг. Там единственное удобное, что мы пошли в Макдональдс, который в центре, там нет лифта. И вот куда я с коляской должна залететь? А вот. Там только Мак-кафе на первом этаже. Мы могли там присесть, но там покушать нечего. Поэтому пошли дальше. До Макдональдса не дошли. Возле вокзала. Лучше бы туда дошли. И Бургер Кинг, где лифт есть. И 2 этажа. И я понимала, что место по-любому будет. Но мы ждали заказ внизу. Как путаница, столько людей. Все это как-то вообще... Экраны не работают, они там кричат. Номер такой-то, номер такой-то. А заказала йогурт. Йогурта не было, дали яблоки. Короче. Вот, идем домой. Сейчас ложимся спать нашу. А мне тем временем пришла посылочка с Логиной палочкой. Ура, ура, ура. Сейчас будем собирать. Ну что, я его собрала.
Ну и вот так вот оформила я комнату Луиса. Здесь у него рабочая зона. Здесь расположены все книжки, все развивашки, все, что нужно для творчества. Здесь спальная зона и игровая. Ну и, соответственно, его вигвам, в котором он периодически отдыхает, смотрит мультики и так далее. Я немного расстроена. Может, ничего не уместила из нее. Так. Продолжаю свои блинчики. Тесто у меня вот так вот набухло. Сейчас мы его доделаем. Здесь у меня малина, пару клубничек и брусника. А также цедра апельсина, корица, натертый имбирь. Вот, сейчас это все нужно довести до кипения, чтобы клубничка растаяла. Ну, не только клубничка, клубничка тоже. Довести до кипения и потом вылить туда крахмал кукурузный растворенный. Ну что, ребятки, вот такие вот желтенькие блинчики у меня получились с вареницем. Варенье вот так выглядит, еще не остыло. А блинчики вот так вот. Сейчас буду пробовать. Пасха! Пасха, уже все. Ну что, первый блин, вроде не комом. Ну, я вам скажу, надо есть их теплыми, 100%. Мне кажется, холодные они будут как-то так. Сахара здесь вообще нету, от слова совсем. Интересно. Интересно, полезно, такое за счет имбиря, гвоздики, за счет куркумы, такой вот прям восточный-восточный вкус, да. Ну что? Довольно, мальчишка. Я не понимаю, что ему сегодня светит. Ну что, мы с Луиджо вышли с первого нашего занятия. Ты как, Луис? Ребенок в шоке, просто ползанятия просидел у меня на руках. Следующий будет только через 3 недели, что обидно, потому что ну, надо привыкать. Я решила заодно зайти в Мегра здесь посмотреть, что у нас здесь. С пасхальным. Такие пасхальные пироженки красивые. Тортики. Какой красивый. Сколько он стоит, непонятно. А, вот. Он стоит 24. Такой красивый. Вот это тоже. Этот сколько стоит? 19,95. Это сколько? 15,95. Красиво. Яйца 6,95. Ой, смотрите, какие еще за 24,95 веночки. Ой, смотри, какой классный. Смотри, какой красивый. Так, только пальчиками потрогай. Вот это не надо. Красиво. Маленький есть еще за 13,95. А, это гнездо. Это гнездо. Я тебе булочку взяла, не ругайся. Вот такие вот. Гусиные яйца, которые треснули. Ленточки тоже очень классные. 4,95.
верба, которая постоянно, одна веточка стоит 7,95. Здесь у нас что? Здесь какой-то сухоцвет. Смотрите, салфеточки. К Пасхе тоже очень красиво. И пиастер. Сколько такие? 4,90, 4,50 стоит. Скатерть. Ой, тоже красиво. Кстати, подошла бы нам. Сколько такая? Метраж только не написан. 4,95. Ну, классная. Сколько, интересно, да? Какой у нее метраж? 140 на 300 сантиметров. Блин, клево. Взять, что ли? Смотрите, еще какая есть. Но это дороже. 29 стоит. Но зато по метражу она больше. Не знаю, мне кажется, это прям такая Пасха-Пасха. Еще смотрите, такая вот есть. А это стоит тоже 29,95. Почему вот это дешевле стоит? 14,95. Хотя она вот по текстуре, она, блин, прикольная, реально. Я, наверное, ее возьму. Она такая классная. Здесь еще для Пасхи. Сейчас, Сачик, пойдем. Здесь еще. Дождик идет. Можно было бы сесть на автобус, доехать, но у меня закончились памперсы. Мне его перелетать, что ли? Ну, это... В общем, у меня закончились памперсы, закончилось Луиса молоко, поэтому нам придется сейчас сначала в Германию прогуляться. Ну, плюс кое-какие продукты подкупить на выходные. А потом уже... Домой. У нас еще вот здесь вот есть тоже музыкальные курсы какие-то и художественные. Короче говоря, дождик, красивая погода, удобно говорю. Что, мы закупились? Едем в Луиджо. Бежит еще и на автобус, потому что по таким дождем всю дорогу идти — это нереально. Потому что он очень расстроился, что папа на машине уехал без него. Вышел, говорит, а где? Где? Бум-бум. Нет машины. Короче, бежим, мокнем. Я прям злюсь, потому что Луис сегодня себя ведет отвратно. Как никогда. Скинул одеяло. Я в него запнулась, чуть не упала. Короче, ладно. Ребята, все купила. Чибери. Даже суши все купила. А соус соевый? Нет. Приехали в итоге. Сейчас идем. Мне разгрузились дома. Выкинули мусор. Сейчас сходи. Сейчас идем в Деннер. Со соевым соусом. Это просто... Он у меня закончился. Еще, я не знаю, неделю назад, наверное. Я, поскольку не ходила в Германию... Нужно было купить бальзамик, при том, что я была в био, не купила ни бальзамик, ни соевый. В Хибере такой вообще в китайский отдел заходила за рисом вообще, а соевый соус не сделала. Потому что столько тележек стояло, мне слышно было не проехать, я быстренько так заскочила в этот отдел, схватила нюли и обратно. Погодка сама то для прогулочек. Нет, ладно, не так ли. А то, блин, не все по солнышку же гулять.
так вот эта скатерть смотрится с нашей корочкой прекрасно. Осталось только верб купить. Я думаю, взять искусственную вафелька, да, взять искусственную вербу, уже взять и забыть. Или все-таки настоящую. Это что, поезд у тебя? Что это? Вафля. Это что, где ты успел уже испачкаться? Банан ел, что ли, Луис, когда испачкался? Бусинка. Итак, Луису выдали папочку в музыкальной школе. И песенки. Сегодня нарисовали с ним. На занятиях так. Это Луис рисовал. Сравнительная характеристика. Мама Луис. Здесь, ну, это информация, телефоны, бла-бла-бла. И вот здесь вот песенки, которыми мы занимаемся, которые мы поем на занятиях. Вот Остер. Сегодня про зайку тоже пели мы. Остер Хайсли, Митана. Ну и так далее, короче, здесь вот как делать зайчика со салфетки. Потом вот про пожарника здесь есть, про вот как раз про зайчика. Мы вот это вот упражнение сегодня делали. Делали вот из ручки такого зайчика и пели песенку про зайчика. Про лягушку тоже пели песенку сегодня. Вот их надо разучивать с детками, все эти песенки. Вот так. А я сейчас буду мыть свои кисточки. Готовиться к завтрашнему рабочему дню. Луиджо заснул, мне нужно помыть полы, потому что, возможно, завтра к нам приедет Ольга с Симоном в гости, если вдруг будет дождик. Поэтому я убираюсь. Мне нужно отдрать раковину, полы, санузлы, унитазы и прочее, прочее. И прежде всего подготовить кейс к завтрашнему дню. Ребята, вообще не успеваю. Я не знаю, когда снимать. Правда. Сейчас я подумаю, что я сижу на унитазе. Да, я сижу на унитазе, но я сижу как на стульчике, потому что я так устала за утро, я вообще не могу стоять. У меня просто нет сил. Мы сходили на занятия в Мусшуле, там час с Луиджо прыгала на руках. Мне, знаете, как тренировка прям такая, потому что он был первый раз, он прям вцепился вот так вот в меня. Пойду все-таки в спальню расскажу. Вцепился в меня и не отпускал. И я просто... У меня был тренинг, мне можно сегодня не заниматься, мне кажется. Вот, потом мы с ним сходили в Германию, закупились. Приехали домой, сходили в швейцарский магазин, закупились, докупили. Там встретили русскоговорящих, познакомились. Ну, еще, короче говоря, какой-то прям круговорот событий. Вот. И пришли домой, я, как всегда, убирала, параллельно кормила Луиса, параллельно сама кушала. Короче, время 2 часа дня, я уложила Луиса, и я уже никакая. Девчонки там в форумах пишут, может быть, кто-нибудь, может быть, сегодня встретимся в Базеле. Блин, сегодня в Базеле встречаться, сегодня такой ливень. Хотелось бы, конечно, да. Реально сил нету, и завтра утром к 9 утра мне на работу, мне нужно подготовить косметику, сейчас Луис полтора часа пока спит, мне нужно драть всю квартиру, за исключением его комнаты, которую я буду домывать уже, когда он проснется. У меня целая гора неглаженного белья, она прям гора, горища, которую тоже нужно перегладить, поэтому я сейчас долго с вами болтать не буду. Приступлю к сию моменту. Надо сделать быстренько все. Прежде всего помыть кисти, чтобы завтра... А, еще мне нужно искупаться, пока Луис спит. Короче, у меня планы грандиозные.
Ну, я думаю, что я буду в таком порядке. Сейчас помою быстро полы, искупаюсь, белье гладить уже могу с ним. Вот, все, побежала. Давай, Лусь, делай распаковку. Распаковщик. Как он? Давай, вот здесь должно быть. Вот, видишь, здесь нарисовано? Вот. Ну что? Видео. Что это? Это мамин крем. Тут номер, да, Люминсилк 55 для работы. Ей прислали какой-то лифтинг-крем попробовать. Здесь что такое у нас? Ай, куча-куча таких брошюр. Работ прислали. Это крем для работы, мама, да.